Не вопрос переделывает дачную веранду. Сейчас дизайнер проекта Вероника Курносова вместе с художницей Ветой Лан начинают расписывать буфет. Он хозяйский, стоял в соседней комнате. Это деревянный буфет примерно 50-х годов прошлого 20 века. Поверхность буфета предварительно зашкурили и загрунтовали. При помощи малярного скотча защитили края всех стеклянных деталей. Для покраски и росписи используем акриловые краски. Сначала прокрашивается внутренняя часть буфета, затем фасады. Основные цвета – бледно-лимонный и зеленый. Боковые стойки буфета будут терракотовыми. Ну и теперь самое интересное. На нижние фасады буфета с помощью трафарета Вероника и Вета перенесли цветочный орнамент, который расписывают теперь тонкими кисточками. Поскольку нашу веранду мы стремимся оформить в традиционном русском дачном стиле, то рисунок для росписи подобрали соответствующий. Художник Вета Лан нашла его в патриарших палатах Московского Кремля. После полного высыхания краски рисунок закрепили акриловым лаком.